Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сервер. Сегодня с вами Никита. Всем привет. И мой ник Кирилл Путбуль. Сейчас еду за Никитой в Арзамас, на спаун. Никита, кто не знает, это администратор на моем сервере Relax Holy Play, третий уровень. Да-да. Он решил тоже начать играть на первом серии Мазинга, и сегодня мы его покатаем, будут покатушки на BMW, и заодно Никите поможем, в автошколе там поедем, чтобы он на права сдал, там, не знаю, может, что-то еще поделаем. Ты же на спауне в Арзамасе? Да-да. Пацаны, за эту серию давайте лайк наберем. Ну, лайк поставим. Давайте сотню лайков. Да-да. Если вам нравится, чтобы я снимал с Кириллом, давайте 100 лайков. Так, сейчас. Блядь, эти скорые помощи новые поставили, непривычно, блядь. Скорую? Да, скорые помощи. Понял, они были белые, а сейчас желтые, ярко-желтые поставили. Угу. Я прям вообще охренел. Так, сейчас я доезжаю уже. На спавне столько рыжиков вообще. Ну это ж спавн. Что там по лайну? 388. Ух ты, блин, я только что в миллиметрах от отбойника был. Чуть жопу не разбил. BMW, зверь. Да. Долго у тебя мод на диске не стоит? У тебя сейчас будут такие колхозные диски стоять. У меня хаманы черные стоят. Не, у меня не стоят диски еще, нет. Ну, потом еще тебе скину, поставишь. Да, окей. Так, зеленый, давай уже быстрее. Ой-ой-ой. О, все так. Нитро срубаем. Что-то прям читеров развелось, блядь. Ага. Данил Беркутов. Кстати, мне сегодня подписчик прислал скриншот, как меня забанили на этом сервере. Но это, походу, фейк был. Его на 30 дней забанили за рекламу. Я так что? Пересрал, зашел на аккаунт, такой смотрю, думаю, фух, это не я был. Понял, блядь? Они я понял. Пишут ник, вместо L пишут большую I, и все. Да. И ты понял, да, что это типа тебя? Ну да. Я зашел, да. Проверил, на всякий случай. Блин, я дверь разбил. Печаль. Печаль, беда. Так, садись. Так, иди. А вот ты падай. Вообще. Ой-ой-ой. Дверь сломал. Я вот вижу. Погнали. Ты бы еще диски видел, вообще бы всю машину не забрызгал. Так, в автошколу давай поедем. Да, красно. Покататься. Кстати, видишь, сейчас обнову сделали, смотри, сверху меня будет, и тебя писаться, сколько денег дали. А, да-да-да, прикол. Это уже круто вообще. Так, давай, зеленый. Не было бы админов, я все равно бы сел на класс. Зашла. О, пошла. Мы наваливаем бас. Чувак, вот давайте я, кстати, в семью приму. А у тебя семья есть? Да. Давай. На название семьи не обращает, а что-то баганулось. Мафия Юж. У меня сначала название было вообще три точки. Это было, конечно, что-то с чем-то. Только как ей управлять, вроде бы фам, это нет. Ну, писать F, понял, слэш F. Кира занят. Да, все. Серия. Конечно, занят. Я сам, когда я играю, тогда я снимаю. Конечно. Я уже, в принципе, ну, у меня нету времени, чтобы просто зайти там поиграть. Ради, чтобы постримить, поснимать. Сорян, на подписку делаем, ставим лайки. О, чувак дело говорит. Сейчас бы на встречку еще вылететь. О, да. Линкольн поехал. Как ты думаешь, сколько вот эта вот заправка приносит? Блин, думаю, где-то 1500 в день. Так думаешь? Да. Я думаю, по 1200. Хотя, да, это в Южном она больше приносит. Вот, в Южном. У меня спортзал приносил. Ну вот, сколько у меня спортзал был? 3 месяца? Тут у меня, кстати, вот мой таксопарк. А, я что-то не смотрел твой таксопарк. Давай подъедем, дай посмотрю на него. Сейчас, блядь. Зепар. Еще в касты известно. Стрисни.
Сейчас жопу разобью, я потом ему зепар весь разобью. Блин. Ладно, ты пока будешь давать на права и почему. Вот так, сапар. У тебя все равно прав нет, иди на права сдавай. Ладненько. А я пока поеду, подчинюсь. А да, давай. А сколько права стоит? 5500 вроде бы. А, 5500, ну иди, я тебе еще. У меня есть 250 рублей, да, еще 250. Ой, ну ладно, спасибо. Погнали, так. Ты пока едешь. Богатым буду. Давай на права, я пойду поеду, подчинюсь. Окей. А где тут? А, вот. Так, ну опять. Там вроде теории нету. Меня бесит, когда на серверах теория есть. Это жестко. Ну, конечно, это PvP, но, блин. Это как бы... Отвечать на вопросы, ну, типа? Да. Не, ну я-то, блин, нет. Учился 3 года. Я ПДД-то учил. Я же на автофлесар учился, водитель транспорта. Я ПДД еще знаю более-менее. Меня заскулар тот, когда я вот на все нормально ответил, а на последний не ответил, и тогда все. Ну это как еще и... хорошо, когда на серии понял, сначала подсказку тебе дают, и учишь, понял, типа, потом уже отвечаешь. А если нету это... подсказки, то это, конечно, жестко. Ну, приходится да. заходить в интернет, вбивать. И то не всегда, блин, они пишут правильно. Согласен. Кстати, вот спортзал у меня был там, возле автошколы находится. Он мне за 3 месяца принес 30 миллионов. А покупал я его за 20. А что ты и его продал еще потом за 35. А зачем продал? Да, я думал, бизнесы слетят. И как бы, ну, надоело мне, понял, уже скучно становилось играть. Как бы, ну, разнообразия никакого не было. Так я себе купил Rolls. Сейчас я купил другой бизнес, потом другой. У тебя Rolls есть? Да. Ты не знал, что у меня Rolls есть? Нет. Мне вот на бэхе прокатиться даже, да? У меня есть Rolls-Royce, BMW и GTR. Угу. Я бы для автошколы еще стою. Окей, я уже почти сдал. Девяточка едет 109. Моя девяточка. Так, тачка закрыта, да? Вон пацан, видно, в казино написал 14K+. Да. Ну, блин, это не так уж и много, конечно. Пацаны, кто ходит в казино, всегда имейте кнопку стоп. Угу. Ну, лучше вообще не ходите. Я нулям слил, блядь, ну нахуй. Это на том аккаунте, да? Да. Так я их и поднял за 3 дня, и слил, блядь, за 10 минут. Вообще жестко. Все, я уже вижу автошколу, подъезжаю. Ну ты в параллельном мире, как бы. Угу. Что-то тебя еще не вижу. Все. Присут рыжика возле автошколы. Прикол, я врезался в этот. Я сдал? Все, отлично, я сдал. Где? Так, погнали. А ну стоп. Пошли за мной, ты где? Хотя у меня остались 5000, я думал 5500. Погнали за мной. Давай. Так. Что там? Погнали, скин себе купить. А чё? Окей, давай. Ну, я только что баханулась, у тебя сначала был один скин, потом другой. Лол. Да? Да. У меня скин, кстати, я не хочу менять, у меня просто самый дорогой. Знаешь, когда обновления не было, там еще скин такой был реальный пацан. Да. Кстати, новый модпак должен выйти скоро. Чё? А его надо скачивать через торрент? Да. Ну, я не знаю, он еще не вышел новый. То есть, я уже выйти должен. Я уже знаю, какие там тачки будут. Ага, окей. Я просто в конфе состою, понял, где модпак делать. Да. Ладно. Еще назад. Просто посмотрел все скины. Окей. Сейчас куплю. Перезайдем. Вот, все, сейчас куплю. Что тут начальная цена 10 тысяч рублей. Ну ладно. Да давайте еще дам. Да не надо. Так. Тут
Короче, вот такого вот тоже. Я тачку взял. Мне такой больше всех понравился. Сейчас. Робби в футболе. Ну ты, конечно. Йо, не гибич. Тебе видно серьезное лицо, конечно. Ну тут. Погнали, я тебя в доме пропишу, потом как раз ты сядешь, потом покатаешься. А тут еще дома можно прописывать? Да. Ну только я тебя пропишу, но машину, понял, ты не сможешь свою спавнить, если ты ее купил. Да, окей. Дай 4241. На. СПС, на права ему надо. СПС. Так, мы уже почти подъехали к моему дому. Ага. Тормоза, блядь. Конечно, тормоза на БМВ это что-то. Вон там уже работают. Угу. Это же самая прибыльная работа фирмы, правильно? Ну, подработка. Вот мой дом тут. Так. Мне только дай на бэхе прокатиться. Ну, сейчас, подождите, пропишу. А, точно. Так, команда там какая-то была. Он закрыт сейчас, подожди. Дом за 10 миллионов. Ой. Он 7 стоит миллионов. Так, команда остальные. А, вышить игрока, заселить игрока в свой дом. Вот мой ник. Да там ник не надо, там один надо. Хин Вайт. Хин Вайт. Хин Вайт. 5. О, oh, да. Надо скринчик. Сейчас я тебе покажу роустрой, смотри. Еще блатные номера. Кайф. За это должно и лайка не жалко. О, мне бэх. Все. Давай. А, она еще с азотом. Блин. Куда поедем? По катушке же, правильно? Некуда ехать, покатаемся. Ну, погнали. Как бы ты выехал отсюда, тут негде толком ездить. А там назад едь и направо потом. Это там выезд, да? Да. Знаешь, направо. Где тюрьма? Возле бус... Нет, стоп. Знаешь, где тюрьма такая, колония типа? Ну да. Меня там крашит жизнь. Да? Много. Админ на ГТРе поехал. Нормалек. Да они же дубали по встречкам выпашить. Ну тут поворот просто дебильный. Надо. Вай, вообще кайф. Фары включи. 20 тысяч. Зачем, если еще не вечер? Вот когда. Там я люблю с фарами, четко. Ну окей. Конфетка. Сейчас 1000 хп, сейчас будет, ну, 300. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Я тут тоже бывало улетал. Азот поможешь? Хух, не разбил ни капли. Жопой лучше выезжать так. Ну, хотя попробуй так. Не, не тянет на ту жопу. Сейчас было бы эпично, если бы админ меня еще посадил. Угу. Серьезно, уже давно не катался. Там бензина сколько там хватает? 51 литр, нормально. А, нормально. Если что, на 250 рублей залью. Поехали в этот, как его? Куда? В Южный. А, на заправку? Ну, можно и на заправку, можно просто. Давай. На тебе. Сейчас. Ой, да, Керри, не надо, я на свои последние 250 рублей. Ребята, на мой... На 15 тысяч тебе и на бензин. 18500. Спасибо. Роберт Питбуль, мой ник, пацаны. Регистрируйтесь. Да, и под Кирилл Питбуль тоже регайтесь. Кстати, на меня человек 10 это регалось. Я не помню просто. Оп. Шестерку кто-то ставил. Она разбита. Еще. Ну, смотри, какая прикольная, да? Угу. Видишь, как только что подпрыгнул. Да. Аккуратненько. Да. Я тут боком так давал. Просто давал. Так ты меня забьешь, если я ее тут разобью, правильно? Да можешь разбивать. Да ладно? Нет. Блин, ты бы видел сейчас здесь, какие на ней стоят. Тут
просто а, секс. Я на канале посмотрю твоему. О, Бентли стоит. 28 рублей за литр, не жирно? Ну, да хуя, блин. Кризис. На 40 литров хватит? Ну, это попробуй. Так, еще надо на полный бак. Так, пацаны. А, так. Это у тебя помехи были? Не. Ладно. Все, я ее заправил на 99 литров. Ну, в принципе, можно заканчивать уже. Как бы серия уже длинная. Можно, ну, в принципе, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите, заходите на сайте и ждите новых серий. Всем пока-пока. Пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, 'cause I was from the city.